Здравствуйте, друзья. На связи Александр Варламов. Я вот только что побывал на почте, и одна сотрудница спросила свою коллегу, а есть ли у тебя там что-то в загашнике? А я подумал, а почему бы не рассказать вам о значении выражения «в загашнике»? Ну, все мы понимаем, что это означает, что значит где-то спрятать что-то в каком-то потайном месте. Но, собственно, что такое загашник? На самом деле это такое место, которое находится за гашником. А что такое гашник? Гашник – это шнурок, который придерживал штаны. Ну, такой шнурочек вставляли для того, чтобы штанишки не спадали. И обычно мешок с деньгами, называли его еще порой калита, его носили привязанным к этому самому гашнику, но болтался он снаружи. И бывало так, что эти мешки их просто воры срезали и забирали, соответственно, себе золотишко. Так вот, в загашнике это получается, что привязанным на пояс, но в штанишках. То есть носили деньги в штанах. Ну вот оттуда и пошло выражение «в загашнике». Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях о значении какого выражения вы еще хотели бы узнать. До встречи!